14.29, центр управления кризисной ситуации города Москвы, поступило сообщение о пожаре на двух-трехэтажном здании ООО «Динамик А». По прибытию на место пожарным подразделением было обнаружено открытое горение чердачного помещения. Горит обрешетка деревянная под металлической кровлей. Работали по одному БИС. Всего работало 18 из техники, 72 человека. В настоящее время пожар ликвидирован. Погибших, пострадавших не допущено. Предельно допустимых концентраций нарушения по воздуху также не допущено. 16.45 ликвидировано, да? Сколько сейчас времени? 16.45, да. 16.45. Сколько единиц техники работает? 18 единиц техники, 72 единицы состава. Заместитель начальника главного управления МЧС России по городу Москве по государственной предпожарной службе генерал-майор внутренней службы Желтов Сергей Алексеевич. Спасибо.
Поехали. Даже не коснулся.